І на продовження будемо спілкуватися із гостем нашої студії. Тему спілкування будемо присвячувати досягненням та підсумкам Дніпропетровщини за 2017 рік. Про це буде розповідати радник голови Дніпро-ОДА Юрій Голик. Доброго вечора нашому гостю. Мені завжди було цікаво узнати, для чиновників годовий отчет – це нагрузка или це вот повод гордитися? Не знаю, даже похвастаться достижениями. Ну, смотрите, на самом деле у чиновников годового отчета нет. И форма этого отчета, она нигде не прописана, поскольку мы не чиновники, мы пришли из бизнеса и волею судей показались на госслужбе. Мы считаем, что любой госорган, как любая компания публичная, которая работает на благо людей в первую очередь, да, и нанята этими людьми, мы обязаны один раз в год подводить итоги. Поэтому, с одной стороны, мы итоги подводим еженедельно, и каждый понедельник в 13:00 у нас отчет один из советников либо заместителей Валентина Михайловича отчитывается о сделанном. И один раз в год мы подводим такие вот итоги и как бы фиксируем. Это очень важно, потому что это в том числе фиксация для себя, что сделано, что не сделано, что удалось, что не удалось, и что нужно исправить в неких алгоритмах нашей работы для того, чтобы в следующем году сделать больше. С точки зрения, гордимся или нет, вы знаете, мы не гордимся, потому что мы к этому очень спокойно относимся и критически. Мы считаем, что, во-первых, должно было быть сделано больше, ну, по-хорошему, потому что никогда государство столько, сколько мы строило в этом году, не строило в принципе. Даже при Советском Союзе область не вводила столько в эксплуатацию там, недвижимости и социальных объектов. Да? А с другой стороны, невозможно строить ноль, а потом построить на 1 000 000 % больше. Это все равно какой-то путь, который нужно пройти эволюционный. И в-третьих, для нас это на самом деле это наша работа, и мы просто оптимистично смотрим в будущее и понимаем, что с учетом всех ошибок, которые мы допустили в этом году, мы очень критично к себе настроены, в следующем году мы сделаем больше, лучше и быстрее. Ну, прям вот так критично. Ну, да. Что хорошего? Давайте с хорошего. Вот дороги, ну, честно, очень хвалят в этом году наши смотрите, областные дороги, люди, я имею в виду. Дороги хвалят, потому что 20 лет дороги никто не делал вообще. Если мы с вами проедемся по области, мы увидим огромное количество дорог зеленого цвета. Эти дороги зеленого цвета были сделаны много десятков лет назад. И, остатки дорог зеленого остатки. И у этих остатков дорог зеленого цвета срок эксплуатации закончился лет 20 назад. То есть уже 20 лет назад их нельзя было эксплуатировать, их нужно было убирать и делать новые, но они до сих пор продержались, значит, сделаны были качественно. Я в 99 году ехал из Донецка в Днепропетровск, еще тогда он назывался Днепропетровск, ехал через Николаевку, там дороги уже не было. Это было 18 лет назад. В этом году мы сделали первые 14 километров с толщиной асфальта 35 сантиметров. То есть люди, когда выезжали на место, общественники, смотрели, что мы сделали, видели вот такой вот слой асфальта, они с ума сходили, они не понимали, как так бывает, потому что привыкли, что асфальт это раньше там ложился такой-то тонкий слой масла на дырочки хлеб, замазали, да, и замазали дырки. Но на самом деле это только начало, потому что дорог огромное количество, их много тысяч километров в области, много тысяч километров нуждаются в ремонте. Мы понимаем, что если такими темпами по нарастающей мы будем идти, то за 3-5 лет мы все дороги в порядок приведем. Угу. Кроме того, в этом году мы сделали 160 дорог очередных внутри населенных пунктов. И позиция губернатора Валентина Резниченко делать в первую очередь дороги в малых населенных пунктах, там, где их не было вообще никогда. Ну, условное село либо ПГТ, в котором это была просто грунтовка, а теперь люди это видят, что это дорога, и нам очень приятно, когда мы туда приезжаем, мы видим детей на роликах, на скейтах, на велосипедах. У нас только один вопрос, а где они раньше катались, ну, если там дорог не было. То есть, понимаете, у детей это было, но они не могли это использовать, это нонсенс. Это дети, это самое счастливое время в жизни любого человека, детские годы. А еще мы довольны тем, что мы ввели в эксплуатацию, построили педиатрический корпус больницы Руднева, который открывал президент, и в феврале он открывал пятиэтажное здание неонатального корпуса детской больницы, самой современной в Украине реанимации, там, где Денис Сурков, заведующий реанимацией, это самый сильный детский реаниматолог в Украине, по нашему там, глубокому убеждению, не только по нашему. Мы довольны тем, что будет спасено какое-то количество детских жизней вот уже от момента рождения. Мы довольны тем, что несмотря на все идиотские нормы государственного строительства, мы умудрились построить больницу, в которой на стенах не зеленой масляной краской на уровень 1,60 м покрашено, а там на стенах нарисованы крокодильчики, божьи коровки и какие-то там пейзажи. А там, где ну, тупиковые
такие рекреации в холле, там детские площадки, там, где дети могут поваляться на ковре, дети могут поиграться с игрушками или почитать книги, потому что в государственных нормах этого нет. Но мы придумали, как государство может это строить. А это, наверное, вот, ну, основное. Плюс мы в этом году сделали очень много водоводов, потому что 21 век, а у людей нет воды. Это нонсенс. То есть вот вы живете в доме, а вы кран открываете, а оттуда ничего не течет. Ну, то есть вы должны либо какую-то емкость наполнить, либо там какая-то машина должна приехать, либо еще что-то. А в селах же живет огромное количество пожилых людей. Но это же не так просто взять два ведра и донести с улицы, правда? То есть у них нет элементарных условий для жизни. 21 век, у нас там прозора и гава, а у людей воды нет. Мы 3 года методично эту проблему решали, и для большей части тех, у кого воды не было, ее решили. Угу. Ну, вот по дорогам первой я послушала. Да, ну, очень много остается еще ужаса. Я там лично из личного опыта, дорога на Верховцево недавно, да, совершенно была там, ну, это вот, фильмы ужасов снимать. Я не знаю, там план, я понимаю, что до всего руки не доходят, конечно, да. А вот как первоочередное? Вы говорите внутри населенных пунктов, а до них? Нет, вот, например, есть два бюджета, есть государственный бюджет, областной бюджет, ну, местные бюджеты. Угу. Местные бюджеты финансируют то, что внутри населенных пунктов, государственный бюджет финансирует то, что между населенными пунктами, это если очень утрированно и упрощенно. Все, что между населенными пунктами, это Укравтодор. С 1 января 2008 года наконец-то вступает в силу закон о дорожном фонде, одним из инициаторов которого были мы, в том числе, и мы говорили: отдайте, пожалуйста, дороги не основные на баланс местных органов власти, мы сами с ними разберемся здесь, отдайте ресурсы и дороги, мы сами знаем, что с ними сделать, мы не хотим выбивать деньги в Киеве, писать туда письма и каждую неделю туда летать и рассказывать о ужасном состоянии дорог. Областей много, и на всех денег не хватит. А второе, мы пошли по дорогам Укравтодора, у нас есть специальная рабочая группа, в прошлом году, когда ее не было, Укравтодор выделял деньги на свои дороги, но даже не смогли провести тендерные процедуры, то есть оно все умерло в антимонопольном комитете и в судах. В этом году мы уже в марте их все провели, несмотря там на подачи исков в антимонопольный комитет от фирмы Додневок, мы с ними вопрос этот решили и закрыли. Это значит, стартанете раньше? Нет, это про этот, на следующий год мы должны закончить Запорожскую трассу полностью. Мы должны сделать объездную от Запорожской трассы до Южного моста. Да. И самое смешное, в этой объездной мы с вами когда-то еще года полтора в этой студии разговаривали. Да. У нас же есть еще объездная вокруг объездной. Это вот эта вот петля, которая объезжает то, что должно быть объездной, но ей не является, но ее можно посмотреть. Вот. А если вы туда зайдете, там такой апокалипсис, то есть какие-то опоры бетонные, и там ничего нет, и щебенка. Вот мы хотим это в следующем году закончить. Таким образом, у нас от границы с Запорожской областью до Южного моста будет сплошным куском сделана дорога. А второе, мы следующие 14 километров в районе Николаевки Донецкой трассы восстановим. Мы продолжим. То есть будет 28 уже, ну, да? Там порядка 28-29. Мы продолжим капитальный ремонт Криворожской трассы. Мы начали со стороны Кривого Рога и будем идти планомерно. Вот, сколько успеем сделать, столько и успеем сделать. И мы закончим в следующем году, я надеюсь, строительство объездной вокруг Петриковки, потому что там есть первые 7 километров. На самом деле эта дорога не введена в эксплуатацию, по ней ездить нельзя, но по ней все ездят. Но только потом все равно через село заезжает саму Петриковку. Да, да, да. А в этом году мы и сейчас строим 2 участка по 1,9 километра, которые уже будут выводить за Петриковку. Получается, мы достроим их, приведем в порядок эти 7 километров, и машины поедут, основной поток, в объезд Петриковки. То есть будет меньше нагрузка на село, будет меньше ДТП, и будет лучше, чище воздух в самой Петриковке. И мы хотим в следующем году сделать Никопольскую дамбу. И для нас очень важна дорога на Никополь, потому что ее нет, а там огромнейший пассажиропоток. Здесь наши желания должны приходить в какое-то соответствие с возможностями Укравтодора. Укравтодора позиция очень простая. Каждый, кто работает, деньги из госбюджета получит. Вы, главное, работаете, а потом там с финансированием будем разбираться. А это тяжелая ситуация, потому что, по сути, подрядчики должны работать за свои. У нас по одному из подрядчиков, который работает на трассах Укравтодора, кредиторская задолженность будет порядка 180 миллионов. То есть это живые деньги, которые компания заплатила свои, и в следующем году с ней госбюджет рассчитается. Все это понимают, но на самом деле с каждым годом денег на дороге Укравтодора выделяется больше, больше и больше. Компании наращивают свои мощности. В этом году мы завозим еще 6 асфальтобетонных заводов на территорию области, которые будут работать в следующем году. Мы уже
уже видим это по таможне. И мы рассчитываем, что в следующем году сделаем еще больше. То есть вот это вот Верховцево, которое я упомянула, возможно, там 19-й год, возможно, я не знаю, как у вас. Мне сложно так сказать, потому что на самом деле планы утверждают Укравтодор Новак, и они смотрят с точки зрения нагрузки на трассу. Да? То есть то, что нагружено больше всего, делается в первую очередь, потом на уровень -1, -1 и так дальше, и так дальше. Да. А вот по больнице вы сказали, замечательно. А вокруг территории это городской? Да, территория это городской, территория. Но в этих больницах, которые мы делали, мы территорию приводили в рамках проекта. Мы делали этот проект, и мы ее приводили, в том числе нам и город помогал. А в следующем году рядом с педиатрическим корпусом больницы мы построим, мы уже его строим, мы его закончим строить. Это так, наверное, будет правильно сказать. Хирургический корпус. Там, где будут самое современное хирургическое оборудование для деток, и многие операции, на которые родители вынуждены деток вести там в Киев либо за границу, будут делаться здесь. А еще для нас очень важно, что в следующем году мы на лапароскопию переведем полностью больницу Мечникова. Лапароскопия – это операция без разреза. Все 22 отделения хирургических, которые есть в больнице Мечникова, перейдут на безразрезные, бесшовные операции. А у нас в Украине есть примеры, когда отдельные отделения в отдельных больницах так делают, но так, чтобы вся больница перешла, такого нет. Мы считаем, что квалификация врачей и хирургов в больнице Мечникова уже достаточно для того, чтобы сделать вот этот вот шажочек там, в будущее, вперед в Европу. По школам, по опорным школам, вот совсем недавно была ваша коллега здесь в студии, рассказывала, как вручали ключи от автобусов новых. Замечательно. Хорошо, хорошее движение. Что будет происходить со зданиями старых школ, которые... Вот не стали опорными, умирают? Нет, они не умирают. На самом деле у нас опорных школ уже 24. Мы сделали Петриковскую. Мы к 1 сентябрю полностью закончим Солонянскую. Мы сейчас закончили внешнюю, заканчиваем Желтую воду, заходим вовнутрь с января. А у нас еще на следующий год запланирована Апостоловская школа, Софиевская школа, Магдалиновская, Царичанская, Петропавловская, школа Покрови, школа в Марганце, школа в Никополе, две школы в Днепре, одна школа в Каменском и еще несколько школ, я уже не помню, в каких районах. То есть мы их планируем все привести в то состояние, когда от старой школы останется только юридический адрес и какие-то несущие стены. Все остальное будет абсолютно новое, включая все оборудование. Нет, а вот я имею в виду те школы, которые закрыли, вот деток перевели в опорную школу, и вот вчера еще она работала, а сегодня нет. Там же есть здание тоже. Нету такого количества закрытых школ, чтобы их можно было закрывать. Это единичные случаи, и на самом деле это все на совести местных громад. Я объясню почему. Потому что децентрализация подразумевает вместе получения, вместе с финансовым ресурсом, ответственности и полномочий. То есть вам дают деньги, опускают на ваш уровень бюджета, но вы еще за них отвечаете. Дальше очень простая история. Условная ОТГ, неважно, где она расположена. У нее есть три школы. В одной учатся 500 человек, в другой учится 100 человек, а в третьей учится 30 человек. Возьмите любую статистику, чем больше учащихся в школе, тем лучше результаты выпускных экзаменов, вступительных в любой вуз. Хотите содержать огромнейшее здание, платить за все энергоносители, платить зарплаты всем учителям, в котором учатся 30 учеников, вместо того, чтобы купить один автобус, возить их в ближайшую школу там, за 10 километров в соседнее село, это ваше решение. Но тогда вы эти деньги не сможете направить на ремонт дорог, на ремонт больниц, которые находятся в вашей объединенной территориальной громаде. Каждая громада приходит к этому постоянно. Они год так поиграются, потом они находят здание, в котором учатся мало учащихся, разговаривают с родителями, переводят их в ближайшую школу, а с этим зданием решают, что делать. У нас на территории области парадоксальная ситуация. У нас нехватка мест в детских садах, но избыток мест в школах. Мы, с одной стороны, строим новые детские садики, реконструируем существующие, делаем в них капитальный ремонт, с другой стороны, реконструируем школы. Мы понимаем, что за 2-3 года мы эту ситуацию выровняем, и когда у нас все детские садики и школы будут нормальные, современные, вот как Петриковская, то у нас дети будут поступать в детский садик, начинать ходить, который выглядит нормально, в котором не серые стены, которые построены 50 лет назад, а которые вот свежереконструированы, и до выпуска со школы они будут учиться в современных комфортных пространствах. А вот вы перечислили большое количество населенных пунктов, где опорные школы сегодня уже открыты. Сколько денег удалось сэкономить за счет открытия опорных школ и оптимизации, оптимизации, скажем так? Это экономия в любом случае, но поскольку это все на местных бюджетах, это нужно смотреть по каждому местному бюджету. То есть наша задача как областной власти показать пути решения, а дальше местная громада решает самостоятельно. Хотят они это экономить, либо не хотят они экономить. Давайте я вам по-другому скажу, что у нас были школы,
в которых стоимость содержания одного ребенка в год равнялась той цифре, когда его уже можно было отправлять учиться куда-нибудь за границу. Только там совершенно разный уровень знаний. Вот. Ну, кроме того, что нам нужно заканчивать, кроме того, что вы назвали в планах о дорогах, что в планах такое грандиозное на 2018 год, что можно уже озвучивать? Смотрите, вот мы не страдаем популизмом и гигантоманией, мы не хотим ничего грандиозного. Я вас понимаю. Мы не хотим космодром построить, а мы хотим привести в порядок все, что разрушалось вот, долгими десятилетиями. Вот все дороги, чтобы были в порядке, все школы опорные, ключевые школы в населенных пунктах были нормальные, куда ребенок заходил и радовался. Мы хотим, чтобы все были детские садики нормальные, чтобы когда люди попадают в больницу, они лечились в нормальных современных условиях. Поэтому мы будем планомерно это все восстанавливать. Для нас каждый год меняется только название больницы, либо ее месторасположение, а процесс один и тот же. То есть продолжение, вот планы на Новый год, это продолжение того, что происходит в 2017 году? Быстрее, выше, сильнее. Ну, очень реалистично, я вам скажу. Мне это очень даже нравится, потому что, ну, пока верится. Спасибо большое за участие. Вам спасибо.